На автозаводе «Москвич» запустили серийную сборку седана «Москвич-6». Начать продажу планируют уже в конце октября. А в следующем году на столичном предприятии будут спускать с конвейера еще две модели внедорожников. Это «Москвич-5» и «Москвич-8». Накануне старт новому производству дал Сергей Собянин. Помните, год тому назад здесь были пустые цеха. Сегодня уже произведено 26 тысяч машин. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели санкционные давления. И сегодня можно «Москвич» уже с уверенностью сказать, что он встал на ноги. Конечно, во многом благодаря коллективу замечательному, который здесь, ну и команде управленцев и КАМАЗа, который, конечно, уже вложился в этот проект. На втором этапе нам необходимо будет увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию. Ну и на третьем этапе создать собственную платформу уже российской полностью машины. Объем нового седана – 540 литров. Это на 20 литров больше, чем у внедорожника «Москвича-3». А еще «Москвич-6» длиннее предшественника на 30 сантиметров и немного шире. Модель доступна в трех комплектациях. Причем даже у базовой – большая мультимедийная панель, аудиосистема с возможностью подключения ко всем типам смартфонов, круиз-контроль, а также система бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя. Сейчас автомобили с московского завода уже продаются в 25 российских городах, а в производстве нового седана заняты более 1500 сотрудников.